На татами дворца единоборств «Воейков» подающие надежды пензенские дзюдоисты и воспитанники столичной школы. Три десятка человек стали участниками первого мастер-класса в рамках всероссийского проекта «Поделись своим знанием». В роли мастера – обладатель четвертого дана, первый заместитель министра физической культуры и спорта региона Эдуард Копылов. Это приоритетная задача вот данного мероприятия, что личный пример, да, каждый из нас добился чего-то в спорте, каждый из нас добился именно своим тяжелым трудом. И детям надо донести, спортсменам, кто занимается видом спорта, что сдаваться никогда не надо, все время надо видеть свою цель и все время надо идти к ней. Раз, два, отсюда шаг, грузим и переходим на сужгание. Давайте попробуем сейчас. Покажу потихонечку. Раз, два, там. Получилось. Загружаем его отсюда. Каждый ученик в зависимости от уровня подготовки имеет пояс определенного цвета – желтый, оранжевый, зеленый, синий или коричневый. И среди участников мастер-класса только Клав Ашкович с белым. Это значит, что он в самом начале пути освоения боевого искусства – дзюдо. Серб по национальности начал заниматься лишь полгода назад. Я выбирал раньше много секций, допустим, как карате в 6 лет я начинал, потом бокс, тэквондо, плавание. Но я ни в чем себя не нашел, и вот я пришел в переходный возраст и решил себя показать дзюдо. И дзюдо мне очень понравилось, вот как раз подошло. Во время полуторачасового мастер-класса Эдуард Копылов не только показал спортсменам особенности техники, но и дал ценные советы. В частности, как прочитать намерения оппонента по схватке и мгновенно принять единственно верное решение. Получается как? Раз, два, там, сюда. Если вы поняли, что он провалился сюда, я буду заходить на угол чигари. Если он провалился вперед, да, мне нравится свой, я буду заходить. У него очень сильная техника владения, тактические приемы, соответственно, физическая подготовка. То есть научиться можно практически всему у него. Серия мастер-классов в рамках всероссийского проекта «Поделись своим знанием» продлится 2 недели. 28 августа – открытый урок по эстетической гимнастике с воспитанниками училища Олимпийского резерва Пензенской области проведет министр спорта региона Евгения Бочкарева.